Вкуснятина. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Ибо ваша шал здесь, ваше вторжение и отражение! Никто не уцелеет! Малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Фридом, блять. Красавчик. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце?
Блять, сейчас сдохну. Ух. Дайте сокру паладина на квадропедру, сейчас сдохну. А, не успеете. Лут забыл поменять. Кольцо. У нас еще чунка, куда вы на лича пошли? Нужно больше маны. Ну что там по урону показывайте? Ты первый, 13 000. Там же еще чумка. Можно было бы персавтра спека спекать. Вот ты Раску не будешь собирать всем? Ну, Геру в смысле. Посмотрим. Олег спрашивает. Ставь-то там, читай гимн на мону. Ты спал? Бафните крест по крестам. Кто потом хпал? Слава. Там другой хпал.
Магенту бахнуть. Я уже читал. Второй Тубакис. Квест Гимна Маму. Видите ловушки от Кира, я побыл. Теперь самое главное, на рейндж пойдут 2 ШП, Элин, хорош, 2 Ханта. Дайте каску посови. Спасибо. Запускайте, босс. Липучки вонючие!
ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Чё, давно ли шип стал небуешный? Ого, да я поэт. Свальки буешный. А? Опять босса бил с одной болью, ничего не понимаю. Хреника. Чё? Что разве? Я хз. Чек на пол. Пуляем. Угу. Здесь тучка откатится до гнили. Пус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Проф такой долбоёб. Чё? Базарит хуйню всякую. Ты только поднимись сюда, где жуки ползут. И всё.
заходим наверх без ОМО. Дайте, пускай кукла появится. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штат чумы, которая уничтожит весь Азерот! Не-не, все норм. Подход эти раги нет. Бля. Ну опять одна боль висит весь бой. Чё с дотами? Бред какой-то. Уже.
Нет. А, с обычки? Не знаю даже. Вот скир точно лучше. Этот поезд на медведя как? Там уже еще зависит от какой комплектации ты собираешь. Если латный, то он это не подходит, не подойдет тебе. Если агильный, да, конь особо зайдет. А сейчас зайду. Дайте мне, а ничего не надо. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я постою на переходке. Лича побью, похилите. Давай, да. А, ну да. Обновите полоза, не хочу отрываться. Будьте так добры. Почему вы носите, не забывайте? Нечто. Посмотри, кто сферу убил. Хорошо, брейкер, кто еще? Ко
А мне оставалось 1% хп, и никто не дадут. Ой, из джифса у меня не хватает баф на масс. Джифса ли что-нибудь там, реги приста есть, я бафну. Да, ну да, сейчас поставлю. После Белина. Вот. О. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира.
пока. Агро срывай сейчас. Найс. Не знаю. Я получил сало на голос. Да, Гер, можешь прожмиться. Линкните, что получилось там по урону?
пламени вашей ярости. Вы видели, сейчас Верка Поп зашел, я его выгнал из группы нахуй. Да как мы открывать пока что не было. Тут сейчас смотреть надо. Скорнение. А что там это? ВКонтакте в группе там что-то переговоры какие-то, записи, аудиозаписи выкладывали. Мама пишет, получает. Фокус, там, джиперсы были, наши пацаны там, выяснили отношения свои. Между гильдиями. Не слушал? Че он там пишет, не вижу, только что заткнул шаг. Да ничего хорошего. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. А поп это есть малой, да? От их рук. И ты станешь первой жертвой. А кому он пишет? Я что-то хуй пойми, с кем он диалог ведет. Тебе. Мне похуй, я не видел. Ой, ты что там обкурился? Ясно все. А дальше неприлично. Хороший человек. Я только открыл чат. Он написал, ой, ты что там обкурился, да? Да, малый ник, шаман. Можешь примотать вверх. Да, блядь. Нету у меня, нахуй. Невозможно. Я говорю, открыл только, а там нихуя нету. Да и все, и похуй, закрываю обратно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Ты материшься? Да вот, наконец некоторые тут в РК заходят с ником Поп. Бан по IP. А я не знаю, почему там то ли по IP, то ли по ID что-то тыкнул там. Просто он... Если динамический IP, то по ID надо банить. Я просто смотрю, такой как тело заходит в РК. Я такой думаю, ну сейчас, наверное, будет что-то типа. Ну, некоторые заходят, да, и кричат там хуй-хуй-хуй, ну, какую-то хуйню кричат там или включают какое-то говно. Не, выкикнул, чтобы этого не было. Он пишет, что он там понаписал. Да мне пофиг, что он понаписал. У меня он лут. Заспамился. На ИП заходим. Да, хорошо. Чё ты решил сейчас сыграть? Ты же без ОВС, короче. Я сейчас пишу. Чё-то вчера вообще жесть. Это, 5 часов я посчитал. Ну, сбор в 19, там даже раньше. Чё-то зашёл. А когда закончили уже, когда на свинков там заходили, уже, ну, включаю ловку сюда, полночь, 5 часов там заходили на отбаты просидели. Ой, дай пати на ИП. Угу. Там Зерлон, кто это? Там, где? Включи еще раз папис, где или кто-то там. Угу. Чат крутится. Чё, накидывать можно, не? О, вот это да, я сундук получил, ебать. Нормальная тема. А как его это самое, надо открыть, да? А, там, по-моему, что-то квест вроде сдаёшь или не? И потом открываешь. Я что-то путаю. А, или, по-моему, сразу открывать.
Давай кидай уже ЕП, а то он баф нам собирает. Ну что, можно накидывать, да? Так, вроде накинул. Там типа берешь вот этот сундук, да, берешь, нажимаешь на него, он исчезает, появляется квест, личное имущество, там что-то. Да, потом ссылка там сдаешь людям. О, Аркадий. Получаешь всякие предметы. Это то, что конус не зашел, наверное. Там шея. Еще кое-что. Ну, да, да. Увидишь. У меня три вара, все, бекаш, еще палс, не первый раз делал. Только я не знаю, а если у другого человека тоже, ну, тоже нужен сундук такой, он один там только лежит, или оба могут сесть? На Славик. А? Я говорю, если у человека тоже квест, они оба могут взять сундук. А вот это не знаю. Вчера там с хилами была проблема. Заметил. Там супердрол так себе хилит. Черный лимон тоже. А что ты решил? Типа, это, как она, операция чернокнижник или как? Операция телепорт. Лич. Три лока хватает Вальки на первой волне, три лока хватает на второй волне и переводим, да? Кстати, когда в комнату забирает, можно успеть портануться. И тогда пока все в комнате, оки могут бить. И у Африки, например, на экзекут фазе они могут жестко раздамажить, пока все в комнате там бегают. Прям здесь проверял это, да? Да, я так уже делал. Но это желательно отключить лишние аддоны, чтобы когда в комнату перемещаешься, ты же не сразу на полу оказываешься, ты немножко в воздухе. И вот в этот момент, когда ты в воздухе, ты можешь опять протонуться обратно к личу. Угу. Когда уже в комнате. А если ты будешь грузиться хотя бы секунду, то все. А, ты имеешь в виду, когда ты ну, в комнату загрузился и там еще типа не упал на пол в этот момент, да? Да. В этот момент можно успеть протонуться, и тогда ты будешь бить лича, он будет стоять на месте просто. Но это желательно лишний аддон выключить, чтобы не было задержки на прогрузке. Алика, тут поставь это сложность героическую. Не знаю, есть там кто в инсте. А, есть, сейчас я выйду. Ну смотри, там никого нет. Это кто-то. Я есть, сейчас выйду, говорю.